Так, чуваки, всем привет, с вами Тимоха Домина. Сегодня мы играем на сервере Amazing Roleplay 1. Итак, ребят, если вы не помните, у нас на канале проходит розыгрыш на 500 тысяч рублей. Все, что от вас требуется, это подписаться на канал, вступить в группу, сделать репост закрепленной записи в данной группе. И когда там наберется 40 репостов, я проведу розыгрыш на 500 тысяч рублей, выбрав победителя случайным образом. Поэтому всем удачи. Так, а мы плавненько переходим к наваливанию на РНЖ. Но это будет не типичное наваливание, как вы уже поняли по видео, будет типа в кавычках агрессивная езда. Что же из себя представляет агрессивная езда? Ребят, я, ну, как себе это представляю, вот когда едешь ты на РНЖ, перед тобой фура, да, например, и есть возможность ее пропустить, вот, блин, есть возможность ее проступить, возможность ее пропустить и избежать ДТП, но есть возможность ее красиво обогнать, но возможно будет ДТП. Блин, хреново объяснил. Ну ладно, в общем, думаю, вы поняли. То есть раз на раз не приходится. Из 10 раз вы, например, проскочите один. Но это будет очень красиво и, блин, агрессивно играет практически на сервере все. Я, конечно же, отношусь к этому нейтрально. Агрессивная езда — это вот мы сейчас выпендрились перед газелькой, вальнули боком и вернулись на свою дорогу, хотя газель мы зацепили по пингу. Вот, этого делать не надо, за это сажают в деморган. Я много в деморгане уже накатал по времени, потому что, ну, часто вы видите, как я работаю дальнобоем. Я выезжаю направо и погнал через поля, и так быстрее добираюсь. Вот, а, блин, так делать нельзя. Ну, ну, мне так удобней из-за того, ну, не из-за того, что так будет проще там или так далее и тому подобное. Нет, просто из-за того, что у меня лагает батырево, и мне приходится его объезжать. Ну вот так вот. Да, меня часто сажают в деморган за ПДД. Пацаны там в R-чат усыкаются, конечно, там такие кадры. Они ржут, там: «Ой, Тимоха, что ты чудишь?» Ну, ребят, так приходится иногда на повороте вальнуть боком, вот. Или когда ты едешь, и тебя кто-то обгоняет, но ты едешь не максимальной скорости, и ты начинаешь с ним тягаться, и вы гонитесь, и навстречу вылетает фура. И ни ты не уступаешь, и ни он не уступает. И выходит такая авария, что просто жесть. Поэтому, ну, блин, ребят, ездите аккуратно на светофорах. Если вы едете на красный свет, не летите, потому что может в бочину так прилететь. Ладно, если прилетит там от Таври или Запорожца, а когда прилетит от Краза или Зила, вот это уже будет совсем другое дело. Вот так вот. Насчет модов, ребят, насчет модов, я устанавливаю моды, да. Потому что мне не хочется играть на Казе. Для тех, у кого там бомбежка дикая, чуваки, блин, остыньте. Много кто это устанавливал, много кто это делал, поэтому это все нормальная тема. Блин, во-во-во-во-во-во-во-во, давай-давай-давай, еще нетруху. Блин, немножечко не дошел я до конца наваливания. Гонки, ребят, насчет гонок. Если гоняетесь, гоняйтесь за городом, потому что, во-первых, вы нормально не погоняетесь, так как вам будут мешать. Во-вторых, блин, возможность ДТП, вероятность очень огромная. Если вы играете на деньги, ну, не рискуйте лучше. Вот так вот. И напишите в комментарии, как водите вы. И когда едете на красный свет, видите, все стоят, и вы тихонечко между них проехали светофор, нитрогазу и погнали. То есть вот этот момент, от светофора отъезжайте метров на 10-20 и втапливайте по полной, вжаривайте нитро и едьте дальше. И тогда, ну, проедете нормально. Так, давайте я вам покажу, как это делать. Давайте сейчас. Оп. Это было сейчас, ну, надо было пропустить, а я вот не уступил. Хотя у нас же видео про агрессивную езду, потом я вам покажу про обычную спокойную езду, которая куда лучше, нежели такая. В агрессивной езде вы можете наваливать на таких машинах, как Range, потом какие еще там есть, Mercedes, очкарики, там 600-й, не, он огромный, он неповоротливый. Потом еще какие автомобили, Toyota Celica, Mitsubishi Eclipse, потом Bentley, Ferrari, Lombardo, ну и так далее и тому подобное. Тазы там, Шаха 99, все они наваливают четко. Вот как в поворот можно войти на, если считать это агрессивной ездой. Оп. И то не вошел. И то не вошел, вы видите. Вот, смотрите, как надо проезжать светофор на красный свет. Вот представим, что перед нами КамАЗ и красный свет. Вот так вот объезжаем, объезжаем. Медленно, медленно, медленно доезжаем до этого препятствия и наваливаем. Да, я понимаю, сейчас, возможно, я хреново объясняю, вообще не понимаете, что же я хочу вам объяснить. О. Ну вот так вот. Если за вами погоня, это понятно, надо текать всеми способами и наваливайте, ребят, блин, по таким дорогам, по которым мент сам не знает. То есть не едьте по дороге ровно, он вас догонит, у них быстрые тачки, кстати, Приора догонит вас, как нечего делать вообще.
Поэтому петляем дворами. Блин, извиняюсь, залаги, петляем дворами. Вот, например, тропинка, за нами менты. Эх, только надо, ну, не врезаться. Петляем по этой тропинке, там. Только не заезжайте в туннели, в основном в туннеле вас могут легко словить. Сейчас я еще покажу способ, как возможно уйти, не 100%, блин, чувак, на шахе еще не врезались, возможно, но не 100% можно уйти от погони, если очень сильно наваливать, но, ребят, при условии, если у вас не Range Rover, блин, я думал, за нами погоня, если бы, при условии, если у вас не Range Rover, почему? Потому что у Range хреновое управление. Я сколько на нем езжу и сколько еще отъезжу, но смотрите, я сейчас с ним справляюсь не на 100%, я не чувствую машину на 100%, я им контролирую процентов, ну, на 80, ну, вот так вот, гляньте, чисто так, Blood Range, ну, псина, куда ты едешь? Так, давайте подчинимся. Сейчас я вам покажу, как можно удрать от ментов в городе Южном. Но, ребят, это надо не забыть, это надо хорошую реакцию, это надо хорошее управление. Чувак, ты куда поехал, ослина? Нормально, короче, подчинились. Вот чувак на верте из ВДВ вообще забил на всю эту тему. Вот, смотрите, есть спуск. Главное, самому не вылететь, потому что если вы вылетите, вас догонят, повяжут, и это будет прискорбно. Заезжаем в этот туннель. Почему нужна машина с хорошим управлением? Вы думаете, ой, это я там на бэхе залечу там. Хотя я не знаю, какое бэхе управление. Там на Геленде вы вряд ли вы раскачаете. Едем тут километров, ну, сколько вы сможете контролировать? 80-60. И делайте так, чтобы полицейская машина была не сзади вас, а сбоку. Дайте ему шанс выйти вам на обгон, но не подрезать, не бортануть. Едьте, ну, чтобы он был сбоку. Только выезжаете сюда, вот эта прямая. Вы начинаете наваливать, туда не едете. Ну, по-моему, так, да, вы начинаете здесь наваливать, едете сюда, здесь будут повороты, петляния. Ну, вероятность того, что он сам отстанет еще больше, нежели вы доедете до этого места. Вот он, представим, что сбоку вас километров 100 вы едете, и он 100, он вас не подрезает, и вы его не подрезаете, вы знаете, куда едете, а он не знает. И вот уже прямая, мы разгоняемся, здесь опять поворот, надо опять же, блин, ну сложно это все контролировать, и разгоняемся, и просто сделайте вид, что дальше есть дорога, бейте по тормозам, даже если вы улетите, то он улетит дальше, и он улетит в деревья, скорее всего он перевернется, взорвется, разобьет свою тачку, дальше еще рельсы, и по рельсам еще можно будет упетлять. Давайте я вам покажу, как будет чувствовать себя водитель автомобиля, который вылетит в эту трассу. Ребят, я понимаю, все же от ментов уходить не так уж и легко, тем более, вот я вам показываю, да, Тимоха там говорит легко, да, согласен, говорит безусловно легко, нежели удрать в туннеле при такой управляемости, если еще на Рендже. Я пытался, я тренировался, но, блин, было сложно, особенно вот этот поворот, это вообще скорость, надо, чтобы у вас была километров 80 минимум. Вот вы разгоняетесь, вы остановились, а мент вылетает, что с ним происходит? Сальтуха, перевороты и глушение двигателя. Как в результате, он обездвижен, вы валите, или хотя бы он на некоторое время от вас отстанет. Если это все делать быстро, он сам не будет ожидать, он не знает, куда ехать. Вы бьете по тормозам, он вылетает и прямо в деревья переворачивается. Если у него мало хп, он там сразу жахнется, он еще в полете сломается, грубо говоря. Вот так вот, ребят, как же еще можно удрать от ментов? Используйте не только рельефы, не только местность использовать в плане, а и также обычных участников движения, то есть... Ребят, я не пропагандирую это, но смотрите, едет фура, вы едете за ней, сзади вас мент, вы едете, подрезаете фуру так, чтобы фура ушла влево, то есть в отбойник. Фура врезается в отбойник, перекрывает движение, и полицейскому ничего не остается, так как только остановиться и объехать фуру. Это вам выиграет много времени. Также, ребят, вместо того, чтобы драпать, в некоторых ситуациях, вот когда вы разгоняетесь, видите максимальную скорость, и вас догоняет полицейский, вы не знаете, он там влево-вправо. Просто дайте ему шанс поравняться с вами. Просто, ну вот он уже, допустим, резко поравнялся с вами, да, он сейчас с левой стороны, представим, что он сейчас с нами на одинаковой скорости. Мы резко бьем по тормозам и уходим. Во-во-во, да, это будет нелегко, он уйдет, у него будет время на разворот, ну и у вас будет время на разворот. И вы даете по педалям. Да, возможно, сейчас я все это хреново объясняю, но суть такова. Но, ребят, я вам говорю, это все нужно использовать в крайних случаях. Чувак, он на марке даже в поворот не вписался. Блин, 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 морковник. Вот, это все надо использовать в крайних случаях. Так, просто, знаете, как
по красоте делать. Катайтесь по правилам дорожного движения, соблюдайте все там, плавненько едете, только зацепили мента, как драпаете, и вот так вот начинаете петлять, а через двор он просто не будет ожидать от вас. Вот так вот, и поэтому, блин, ребят, учитесь, ну, чаще всего просто выезжайте на полигоны на какие-то, и там уже учитесь кататься. Не надо по дорогам, как я это делал раньше, выезжая на РНЖ, там, начиная наваливать, потому что это все чревато. Это чревато Де Морганом, это чревато разбитыми тачками и так далее и тому подобное. Учитесь заходить в повороты заранее. Вот стоит Нива, и нам надо проехать ее, не дотронувшись. Ну, она начала движение, и мы врезались. Был бы за нами мент, у нас бы было мало ХП, мы бы заглохли там тупо, и все. Вот так вот. Ну, давайте зайдем, починимся хотя бы, а то сейчас нас этот... Я не хочу, чтобы нас посадили в Деморган, то есть меня. Так. Ладно. В общем, ладно, я попозже починюсь, а мы пока поедем. Ребята, это все зависит от машины, от навыка вашей езды и так далее и тому подобное. Нитро использовать в поворотах не рекомендуется, потому что дальность вашего заноса увеличивается. Это очень плохо. То есть вы завернете не вот так вот, а врежетесь где-то в отбойник. Петлять по кругу еще можно. Петляйте по кругу, только потеряли вас из вида. Вот смотрите, представим, что за нами полицейский, да? Но он на дистанции в, ну, например, 10 кузовов наших, да? Ну, я преувеличил, возможно, вот мы катаемся, катаемся. И вот так вот по кругу несколько раз. Он, естественно, сразу не задумается притормозить и поджидать вас, катается, катается. И вот, например, он напротив нас, с левой стороны, против этого, блин, хреново объяснил, за этим зданием. Только он вас теряет из вида, вы даете по пятам. И едете не по дороге, а используете рельеф местности. Хоп, перепрыгнули, приори будет сложно туда заехать. Разгоняемся, это если, опять же, вы на X5, на Range Rover, на Шниве там, и так далее и тому подобное. Используйте рельеф местности, загазовывайте сюда. Он, представим, еще за вами, вы карабкаются. Тянете, 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 едете сюда. И просто уже, когда понимаете, что некуда вам деваться, что он от вас не отстает, ничего не помогает, просто разгоняемся и даем нашей машине просто разбиться. Мы просто взрываемся, и этим же самым мы уходим от погони. Ну, конечно, это все может закончиться еще иными последствиями. Поэтому вот так вот, ребят, надеюсь, вы поняли. Агрессивная езда – это хорошо, но, сразу говорю, в игре. Но при условии, если вы это делаете, блин, для того, чтобы избежать, например, наказания от полиции. Например, если за вами погоня бандитов, вот это лучше всего. За вами бандиты, вам надо текать, вы используете рельеф местности, газуйте, подрезайте, да. Это, безусловно, хорошо, вы спасаете себе жизнь этим. Но, ребят, лишний раз не завлекайте лишних людей. То есть, если едет фура, вы ее объедете, пускай чувак едет. Не надо его подрезать, это плохой был совет. Но я вам просто говорю, и все это делают. Вот. Во-вторых, ребят, ведите себя хорошо на дороге. Останавливайтесь на светофорах, пропускайте людей. Если вы едете и вы будете пропускать человека, и он вас будет пропускать, по-любому кто-то из вас поедет первым и нормально разъедетесь. То есть вы уже остановитесь, удара мощного не будет, даже если вы столкнетесь. Сколько там будет? 40 километров максимум. Вот поэтому пропускайте друг друга. Не спешите никуда, вы успеете, это игра, вы успеете сдать груз, вы успеете на купить себе квартиру и так далее и тому подобное. Не спешите, не летите. Воображать себе стрит-тракера на BMW, сетенький, четенький пацанчик. Это никого, блин, никто это уважать не будет. Если вы подрезали чувака на фуре, на BMW, вы думаете, он такой: о, бандит на BMW меня подрезал. Ему насрать. Он думает, что о, лох какой-то, купил себе бэху, школьник. И все. Это так и есть, по факту. Я знаю это. Чуваки, я на РНЖ тоже хулиганил. Когда я еду, передо мной едет два Зила. И одного, второго, они всех и улетели. Все было такое, да, но потом я все понял. Чуваки, спокойно едьте. Когда вы спокойно обгоняете, вот едете вы на фуре, с вами равняется черный рейндж или 600-й. И вот едете, едете, едете. И вы думаете, блин, он сейчас подрежет. А он спокойно обогнал и дальше поехал по своим делам. То вы думаете, о, вот это уже не школьник. То есть он вас не подрезал. Он на дорогой тачке, он вас не подрезал. То есть это круто. Соблюдайте ПДД, не используйте агрессивное вождение против других, против других участников движения. Это в ваших же интересах. Берегите тачки, берегите себя, берегите других участников дорожного движения. Всем спасибо за просмотр, с вами был Тимоха Домина, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте посмотреть видео Stalkers of Pripyat, мы в зоне отчуждения, прикольный видос о игре Stalkers of Pripyat. Все, ребят, всем пока, всем мир, до скорых встреч.